5 декабря в России отметят День воинской славы. Накануне этого события состоялось торжественное возложение цветов к вечному огню на Аллее славы в городе Видное. Именно 5 декабря, 79 лет назад, наметился перелом в ходе Великой Отечественной войны. Началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков. В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери, сообщало в декабре 41-го Советское информбюро. Это было страшное время, если вы помните. Это страшнейшие морозы, это враг буквально в нескольких километрах от столицы. И тогда решалось, собственно, в какую сторону пойдет развитие той страшной войны. То, что отстояли, то, что отбросили немцев, и то, что память живет, память не забывает, это самое главное, то, что мы можем сейчас сделать для тех людей. Глава муниципалитета, представители администрации и ветеранского сообщества возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы и почтили минутой молчания павших воинов, которые сумели отстоять столицу и приблизить победу в той страшной войне.